В Гайновке, городке Оврат Беловежской пущи на востоке Польши, традиционно одна из самых активных православных общин в стране. И не случайно именно здесь появилась первая после центральной Белостокской ячейка Кирилло-Мефодийского братства Польши. Паломничество, благотворительная деятельность, принесение святынь, фестиваль здоровья, исторические форумы, кинопоказы и, конечно, работа с детьми и молодежью – основные направления деятельности братства в Гайновке. Так уже пару лет здесь действует братский детский сад, для которого единственная проблема – поиск дополнительных площадей. Знаю от людей, что хотели бы записать ребенка в детсад, но, к сожалению, у нас небольшое помещение. По нормативам необходимо 2,5 метра на ребенка. Из-за недостатка площадей всех детей мы не смогли принять. Надеюсь на то, что городские власти сделают все, чтобы в следующем году расширить наш детсад. У нас очень сильная образовательная программа в саду. Детки учатся здесь и на белорусском языке, и на нашем наречии. По-своему. Белорусскую и по-своему. Председатель Главного совета Кирилло-Мефодийского братства Польши уверен, что этот вопрос представители власти помогут решить. Тем более, что они пришли поздравить юбиляров. С основания Гайновского круга Кирилло-Мефодийского братства эта организация имеет авторитет и благодаря своим руководителям. Нынешний председатель братского совета в Гайновке Люцина Рушук была награждена орденом Польской Православной Церкви в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. Основателя круга Яна Суходолю отметили золотым орденом святых солунских братьев. Этот человек – живая история Гайновки. Пока он был директором департамента общественных дорог, здесь все дороги были заасфальтированы за это время. В его бытность директором банка никто не стоял в очереди за деньгами. Этот человек – легенда. В братстве не забывают и о своих долгожителях. Валентина Семеняка, которой уже 85 лет, правда, большинство считает, что еще, является душой братства все эти годы. И сейчас баба Валя с пенсии ежемесячно вносит свою лепту на братские нужды, а в разговорах за чаем может вспомнить множество историй из братских паломнических поездок. В Печаеве было 10 раз, 100 год ездила, уже теперь нет, бо ключка уже. У Дивеева было 2 раза далеко. У Москве была 3 раза зведвала, в Сергеевом посаде была. Все любила жить молодое вандровать по свете. Так любила, такие вандровки. Гайновка известна как центр белорусской диаспоры в Польше. Важна роль Кирилло-Мефодийского братства и в поддержании духовных связей с Белоруссией. Яркий тому пример – участие братчиков принесении образа святой преподобной Ефросинии Полоцкой с частицей мощей святой. Не секрет, что именно основная масса православных Польши – это белорусы. Белорусы, которые традиционно проживали здесь, на Белосточине, это автохтонное население. Но также достаточно православных, которые проживают в других регионах, туда же входят и русские, и украинцы. И, как правило, в эти братства стекаются люди, которые, невзирая на свою национальность, именно душой отвечают вот этим православным канонам и традициям, которые испокон веков сохраняются. И сохраняются благодаря таким людям, таким братствам. Считаются с ними и местная власть, и духовенство. Они здесь уже 25 лет. И потому, что они презентуют, какие проекты представляют, видно и слышно, что этот круг братства имеет свои богатые достижения. Местные люди знают, кто это, что они делают, что они могут сделать. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Гайновка, Польша.